Наше время истекло, вдвоем нам больше не летать. Это скажу, пока кто-нибудь другой сказал. В общем, у нас с ней будет ребенок. Не остыло в простынях еще тепло от наших тел. Почему же любовь мы ведем на расстрел? Зачем ты так больно сделал мне? Я сердцем и рукой верила тебе. Блин, это в конце концов вот нечестно. Нечестно было бы делать вечное за растрата. Мы официально с тобой разведены, напоминаю, по твоей инициативе. Ну и что? Я не обязана прыгать от радости, узнав, что этот цыпленок за месяц получил все. Все, к чему я так долго стремилась. Зачем ты там? Перестань же ее высматривать. Кого ее? Ее. Прошу, не ври себе, что я никто тебе. Правда, это самое главное. Нужно ценить то, что у вас есть. Потому что если это не ценить и относиться к этому как к данности, оно может исчезнуть. Холод глубоко проник между складками одежды. Нам друг друга не согреть. Слышишь, хватит этой лжи. Да за себя ты испугался. Все. Почему вышло так? Почему мне скажи? Зачем ты так больно сделал мне? Я сердцем и рукой верила тебе. Зачем ты так? Прошу, не ври себе. Я хотела сказать, что я тебя не отпускала по-настоящему, потому что не верила, что ты ее любишь, а теперь... Угу. То есть ее беременности было мало, поэтому ты плюхнулась в ее кресло, унизила ее при всех. Немножко успокоилась, да, довольна? Сердце моей мукой верила тебе. Точно. А это на память, прямо о нашем венчании. Венчание? Торча со мной на УЗИ, держал меня за руку, и ни слова о венчании. Ну почему так? Тебе не кажется, должен бы меня как-то так готовить? Как бы тебя не готовил? Все равно не будешь готов. Зачем ты так?